Хорошо, я вас спрячу, не волнуйтесь, я собью их со следа. Благодарю. А никого нет. Тысяча круассанов! Где они? Здесь ничего нет, уходим. Хо-хо-хо! Закончилось это. Там один уже достал этот пистолет, падла, блин. Нифига себе, блин. Так, там кто-то шпаги достает. О, пацаны, мы справились. Ни хрена себе вот эта битва. Вообще будут легенды слагать об этих двух бравых моряках. Ребятушки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Корсар 2, пират Карибского моря. И оказалось, что что я зря тут вышел из игры, они все эти сволочи опять зарезались. Вот, ну да ладно, давайте с этими достаточно просто. И, кстати говоря, вот этот вот выход. В прошлой серии мы спустились в Оксбей катакомбы, да, сейчас мы обратно пойдем. Я там нашел этот меч, вот, и... вот эти вот за серии, они застревают, поэтому с ними не так будет сложно. То есть вот эти вот, хотел сказать, застревают. Все, отлично, я приноровился, пойдет. Вот, так, давайте посмотрим, что у них тут есть. И здесь выход как раз таки к морю. Так, колечко тут, блин, дурацкое, конечно, ну ладно. Ой-ой-ой. А, это сверху, наверное, да? Это, наверное, сверху. То есть здесь, если сюда пойти, то у нас выход как раз-таки в Оксбей, да, идет. Мы туда и пойдем, выходить будем. Но сначала давайте вернемся и возьмем шпагу. Эти негодяи, они, короче, ресаются здесь постоянно, поэтому смысла нет их всех, тут убивать. Так, может, что-нибудь тут... О! О, нифига себе! Вот это удачно зашел. Блин, надо, короче, тут все осматривать. Сейчас вернемся. Я этот самый увидел, где этот меч, все везде носом протыкался и нашел. Сейчас покажу, где он есть. Ну, он, кстати говоря, такой говняненький. Для начала игры может быть неплох, но наш фламберг гораздо лучше. А, так, они зарезались. Да, вон они стоят. Видите, они везде тут, блин. Это просто какой-то пипец. Так, давайте тогда с этим попробуем разобраться. Пойдет. Так, один, да. И он здесь вот, буквально. Вот здесь вот. То есть можно его даже взять и этих не валить. Вот он, хоп. Я не знаю, где здесь в стене он засун. А, вон он валяется, да, внизу, реально. Видите, внизу было. В общем, я вот так вот носом протыкался и норм было. Так, давайте посмотрим. Ой, 23 банки осталось, смотрите-ка, не так много. На банки, короче, все покупать. Так, игла это наша, да? Ну, кстати, игла тоже неплохая. То есть, смотрите, у него урона меньше, но зато пробивание блок 20-25, а урон 22-26. И, наверное, фехтование, кстати говоря, я подумал, оно, наверное, приближает к максимальному. То есть, если у вас 10, то всегда по 26 будет, да? А что типа такого? Так, язык дракона, оружие 16-25, булоки, ну, короче, примерно как фальчион. Очень на это похоже, только фальчион на 28 атаки. Вот, было, и как бы, ну и ладно. Так, ну что, давайте с этими, я думаю, все-таки разберемся. Сколько у нас там до уровня? Ой, дофига. Не, драки, они в самом начале только хороши, а потом уже это, конечно, вместе. Вон, давайте попробуем. А, я понял, все, короче, больше не будем пробовать. Я все понял. Все, тогда, получается, выходим. Сейчас выйду через море, чтобы сразу показать, где эта штука есть. Мы сюда заходили только за как раз-таки вот шпагой за этой, да, и все. В принципе, больше здесь ничего нет, мы в прошлый раз все осмотрели, поэтому смысла никакого тут торчать нету. Давайте ускоримся тогда, главное, чтобы мы тут сейчас не зарезались. А, зарезался, да?
Вот смотри, мымры такие, а, стоят ведь. Ну ладно, в принципе, нам уже не важно. Вот, просто выходим, да, вот, видите, и мы теперь вот где. Блин, ой-ой-ой, как плохо тут видно. Камера тут, короче, вверх это вниз, а вниз это вверх. То есть вот оплывайте, Оксбей, и все. Давайте-ка быстренько оглянем тут. У нас теперь со скоростью, так я думаю, может, что-нибудь найдем. О, что-то есть. Блин, вот как обидно, прям пипец. Даже когда что-то есть, ничего нет. Ой, пипец. Так, это у нас французы, да? Иди своей дорогой. Да, иди своей дорогой, сталкер. Нам надо, в общем, сейчас в этот продвигаться. Давайте, наверное, по сюжету тогда и пойдем, раз на Оксбей прибыли. Нам надо сохраняться, во-первых, потому что эти сохранения, беды пошли какие-то там. Это не очень круто. Вот, и давайте поперли в таверну. Я так понимаю, мы сейчас... А, наверное, кстати говоря, почему вот здесь? Вот я точно помню, что вот здесь... А, вот, реально, микстура, нифига себе. Блин, это, видать, там обучение было, и из-за этого ничего не было. Все, понял, я точно помню, что под этим деревом что-то было. Ладно, у нас все равно все закрыто, погнали. Так, я так понимаю, вот с этим лоботрясом надо поговорить. Давай сначала с тобой. Попробуйте, мой ром. Одна кружка свалит с ног даже старого боцмана. Да-да-да. Трактирщик хотел с тобой поговорить. Останется здесь на некоторое время. Давай посмотрим. До утра. Идет вот деньги. Сначала посмотрим, может быть, что-нибудь у него тут обновилось. Да. Носом чую просто, что обновилось, поэтому нормально. Так, сейчас, по идее, нам надо поговорить вот с этим лоботрясом. Не желаете ли взглянуть на мои товары? Чего? Ты болван? Вот, но вроде... тут какая-то потасовка будет или что-то типа такого. Я вас слушаю. Тобиас, что тебе надо? Полюбезный парень, я от губернатора. О, наконец, извините за грубость. Мне приходится притворяться французским солдатом. Хорошо, сэр Сайлхард прислал меня к вам на помощь. Тогда слушайте, мне удалось узнать, что капитан одного из французских кораблей сильно проиграл в трик-трак. И что вы предприняли? Я познакомился с ним, навязался в приятели, и он признался, что проиграл такую сумму, что ему не расплатиться ни в жизнь. Он уже готов был совершить самоубийство, когда я предложил ему другой выход. Я предложил ему заплатить за него долг, а в обмен он поклялся привести свой корабль к Редмонду и отдать его в руки наших солдат. 3000 чертей! Сколько же он проиграл, чтобы решиться на такое? Это не важно. Мы с ним договорились сегодня встретиться. Я передам ему деньги, и английская эскадра пополнится еще одним кораблем. Отлично, что я должен сделать? Дьявол, сюда идут солдаты! Так, давай сразу еще раз сохранимся. Дьявол, сюда идут солдаты. Так, ну... Да, наверное, нам тут придется драться сразу, или что? Вы арестованы! Ты и этот парень за столом, выдающий себя за французского солдата, вызвали подозрение у нашего командования. Проклятие! Да ты! Отойди, придурок! Мужик, отойди нахрен! Ох. Так, так. Вот смотрите, эти какие слабые! Вот эти, вот нормально. Я вас слушаю. Фига, вы видали сейчас мне, сколько я ударов выдержал? Вот это вот приближено к реальности, как бы должно быть. Слушайте, может быть, это из-за того, что мы основную сюжетную линию вот это не выполнили. А представляете, так, если... Вот это вот дичь. А, проклятие, все-таки не высадили меня. Надо убираться отсюда, скорее. На выходе из города нас наверняка ждут. Я не собираюсь покидать город, надо довести дело до конца. Я человек, который нас спрячет, пока не уляжется шумиха. Кто это? Хозяин местной верфи, Оуэн Макдори. Нам надо добраться до верфи. Тогда пойдем. Старайся не вызывать драки с солдатами по дороге, иначе есть вероятность вообще не добраться до верфи. Можно подумать, я на них бросаюсь. Это я на них бросаюсь. Так, хорошо. Давайте. Может быть, кстати, реально, действительно, чтобы мы выполняли быстрее основное задание, он как раз-таки нас и сделал вот супер слабыми. Представляете, если так, вот это фейл был бы. Но зато, с другой стороны, жутко интересно, да? Так, бежим. Мне кажется, сейчас тут драка будет. Ох, как я, как я их обошел. Ой, Малкольм! Братан, ты не побри там.
Надеюсь, Малком выжил. У меня можно поменять снасти, обшивку, что-то мачты, да хоть целый корабль. Да и, хоть, кстати, да по хоть вполне заткнись. Приличным ценам. Что-то случилось? В чем дело? Нам необходимо спрятаться, французские солдаты ищут нас. Почему? Не знаю, объяснение потом, солдаты тут явятся с минуты на минуту. Хорошо, я вас спрячу, не волнуйтесь, я собью их со следа. Благодарю. А никого нет. 1000 круассанов! Где они? Здесь ничего нет, уходим. Блин, а прикиньте, реально, сейчас все будут враги. У меня можно поменять снасти, нормально. Обшивку, мачты, да хоть целый корабль. И, кстати, по вполне приличным ценам. Я спровадил, солдат. Может, вы хоть сейчас объясните, что произошло? Похоже, у французов появились подозрения по поводу Тобиаса. И они решили схватить его, а уж потом разбираться. Очевидно, да, спасибо за помощь. Послушайте, а не окажете ли вы мне ответную услугу? Мне надо кое-что отвезти на Редман, но никак не могу выбрать время. А вам не приходило в голову просто попросить кого-нибудь? Но сундучок имеет для меня некоторую ценность, и я не хотел доверять ее неизвестно кому. А вам я доверяю, сэр. Поэтому и прошу доставить его на Редман, если вы, конечно, не против. Ну что вы, как я могу отказаться? Благодарю, этот сундучок передайте Чарльзу Уиндому, это хозяин Редмондской таверны. Скажите, что он от меня, он поймет. Попутного ветра вам, Натаниэль, будьте аккуратнее тут, до встречи. Я вас слушаю. Теперь надо сдержать договор с французским офицером, иного способа выбраться из города я не вижу. У ворот ведущих джунглей наверняка ждет стража. И что вы предлагаете? Деньги, которые обещал французу, при мне. Но мне не стоит появляться на улице. Я слишком привлекался здесь в последнее время. Где и когда ты должен был передать французу деньги? Вечером он должен прийти в таверну. Но теперь мне не стоит соваться туда. Меня могут узнать. У тебя есть план? Надо дать ему знать, что мы переносим место встречи. Тебя здесь не знают, поэтому ты можешь пойти и сообщить ему, что я жду его за таверной около городской стены. В одной драке я уже засветился. Рось, те, кто в ней участвовал, уже мертвы, а Эверард тебя не выдаст. Тебе всего лишь надо будет сообщить французу о новом месте встречи. Как его зовут? Рабель Иверню. Он будет сидеть напротив стойки под лестницей. Так мы договорились. Тогда подождем вечера. Так. Я вас слушаю. Ну что, готов? Надеюсь, тебе удастся не привлекать внимание французов к собственной персоне. Я должен это искренне надеюсь. Все помнишь? Можешь что-нибудь напомнить? Да, чуть не забыл. С этого острова мы уплывем на корабле француза. А твоим людям я бы посоветовал вернуться на твое судно и отогнать его к Редмонду. Я все понимаю, а что с моим... А с моим судном я так и сделаю. Удачи. Так, ты подожди со своим судном. Приветствую, капитан. Да, мне надо. Вам нужны услуги моей верфи? Печально-печально, да. Но мы еще не отвоевали, я понял. Так, но очень это странно. Кстати, никогда не обыскивал верфь. Может быть, что-нибудь у него тут есть? Они верфь-то, она всегда одинаковая. Блин, вот интересно. Сейчас я выйду, и они что, типа, не этот самый? Я там заколол там офицеров немножко. И им, типа, наплевать на это будет? Вот это прикол. У меня рожа такая, знаете, нестандартная, черт возьми. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, что-то все нормально. Малкольм, успокойтесь. Так, все, они вроде как норм. Так, нам надо, получается, все сейчас закрыто, смысла нет по магазинам пилить, поэтому просто идем... так, что появилось? Нет. Просто идем в таверну. Так, под лестницей, да, он сказал? То есть вот тут кто-то из этих. Ну, давайте со всеми поговорим. Так, больше сохранений? Богу, сохранений. Офицер не нужен? Офицер... Ха-ха, Гоча, французского офицера наймем. Фалард Мабли. Давай, сколько ты хочешь? 1800 пиастров. Понял. Жалко, их увольнять нельзя. Так, давай-ка с этим с тобой сначала. Парень, ты выглядишь бывалым морским волком. Можешь купить мне стаканчик рома? Так, давай. Нам не нужны проблемы в городе, мсье. Тебя вы понимаете? Вы Рабель Иверню? Да, это я. Что вам угодно? Тобиас не может прийти в таверну. Шо, почему? Кто ты такой? Я Натаниэль Хаук. Я принес тебе сообщение от Тобиаса. Проклятие, он расторгает наш договор? Тогда я прикажу немедленно схватить его. Нет, но он перенес место встречи. Почему? Это какая-нибудь ловушка. Пресвятая дева, какого дьявола я с ним связался? 1000 чертей, похоже, ты хочешь... Похоже, ты хочешь расторгнуть договор. Нет, нет. Так что хотел передать мне Тобиас. Он ждет тебя за таверной у городской стены.
Почему он не пришел сюда? Скрывается, ваши солдаты сели ему на хвост. Ясно. И не успел дочитать. Так, за таверной, да? А! Подожди, так за таверной. Он тут? Блин, сейчас тут опять, наверное, будет какая-то заруба. Здорово, два близнеца, блин, пипец. Эти клонированные овцы, блин. Атака клонов, черт возьми. Я вас слушаю. А, появились! Здравствуйте, Рабель. Что дальше? Как мы пойдем на корабль и вернем? Сделаем так. Рабель отправится на свой корабль, а мы последуем за ним в качестве пленников или сопровождающих. Договорились. Постараемся не отставать от него и будем молиться, чтобы нам удалось уйти. Да ты точно его копия, тебя никто даже не заподозрит. Два и верню сейчас пойду. Да, а то у французов появятся большие проблемы. Так, все, побежали. А, пропустите! Чего надо? Сэй, вы кто такие? Разве не видно? Мы друзья капитана и верню. Да? А что-то не похоже. Больше вы похожи на тех, кто сейчас разыскивает по всему городу. На английских шпионов. Нет-нет, вы друзья капитана верню. Вот он сам, разве не видите? С чего это капитан водится с такими босяками? Ну, он любит босяков. Он кормит, их поет. Что вы чепуху несете? Проваливайте отсюда. До свидания. А вот если бы, наверное, сказали шпион, то такая драка бы, наверное, завязалась. Но давайте... Ой-ой-ой-ой-ой, все-таки там дерутся. Кто-то там, что-то где-то кто-то. Слушайте, мне кажется, надо драться сейчас с ним будет. Мне не дадут, наверное, выбраться. Ага, не дали. Вот уроды. О, ты че? Как мне это убивать? Короче, на берегу их ждать, чтобы постоянно назад отпрыгивать. Ни хрена себе. Меня, главное, не пустил, нифига. Блин, вот это говно. О, боже, я еще не сохранился, ну ладно. Я вас слушаю. Да-да-да, все, погнали. Сейчас, короче, выйдем тогда, и нам надо будет сохраниться и драться будем на берегу, чтобы назад можно было отступать. Чего надо? Мы на посту, так, разве не видно? До свидания, да. Все. Так, все, погнали. А, я понял. А мне что делать-то тут? Мне ничего, только вот драться. Это пипец. Нифига себе. С пистолета, конечно, стреляют они вообще классно. Меня бы еще этот... Пускали бы, блин, вообще бы классно было. Друг друга зарезали. Нормас. Так театрально умерли, пипец. Так, ладно. Ладно, мерзавцы, поддонки, негодяи французские. Как бы вас тут всех порешить-то? Так. Да иди ты в жопу, блин. Блин, как обидно, а. Вот это, конечно, раздражает. Просто достал пистолет и все. На, короче, NPC пистолет запрещать. Они 100% там, ну, очень большой шанс, что попадают. Это просто нереально. Это какой-то пипец. Я хрен его знаю. О, что-то больно быстро они спустились. А, блин, вот это, конечно, засада. А что делать? Вот это пипец. Что делать тут? Кстати, знаете, как можно попробовать? Эти сейчас убегут, мне кажется, вот куда-нибудь вот сюда вот встать. Вот так вот. Хо-хо-хо! Да, закончилось это. Там один уже достал этот пистолет, падла, блин, нифига себе, блин. Что, их реально всех надо победить? Это же пипец. Так, ну давай, я не знаю, вот так тогда. А, я понял.
Ну, лучше так. Короче, которые вот эти вот вылезают, они слабенькие. Они с удара буквально. То есть они сюжетные, да? А вот эти вот, которые стоят, а эти дядьки прям вообще пипец сильные. Кстати, можно попробовать вот здесь вот. Тот побежит. Ай, пистолет. С пистолетом ничего не могу сделать. С пистолетами ни черта не могу сделать. Вот, попробуем сразу туда. Фига там залп такой. Кстати, можно сразу их валить, да, начать? Кстати, неплохая тема, да? Сразу начать их валить. Давай сейчас так сделаем. Да, уже пистолетами даже промахнулись. Блин! Я не знаю, че с игрой. Почему она такая сложная? Я такой вообще не помню. Пипец, у меня какая-то другая версия игры. Честное слово. Да. Вот если бы не пистолет, нормально было бы все. Нет, вот эти сволочи, блин, достают пистолет. Надо попробовать их сейчас, короче, рубить все. Да-да-да, я понял. Ты только назад отпрыгиваешь, они сразу пистолет достают. Но мне нельзя не отпрыгивать. Меня просто заколет. У меня... Ну, кстати, против них можно попробовать и блок. Отличный блок. Просто превосходный. Блин, я хрен его знает. Ой, жопа. Мне кажется, это пройдет только когда у нас будет высокий уровень и много хп. Да-да, я понял. Нет, короче, это не вариант. Надо убегать. Надо убегать и только тогда пробовать. Потому что пистолет это вообще сразу смерть. Это пипец. Го, наверное, попробуем сейчас вот этого заколбасить. Да как так-то? Вот напоследок-то надо было заколоть. Кстати говоря, вот так вот вроде как неплохо. То есть они вроде разделяются. Мы можем там на лестнице этого зарубить еще одного. Давай вот так попробуем. Ну, честно сказать, я в ступоре. Я в ступоре, ребят, я не знаю. Мы не можем уйти, потому что мы в битве. Мы не можем уйти, потому что мы в битве. Вот, что делать, хрен его знает. То есть там замочек такой, да? Я, конечно, еще раз попробую, может быть, я что-то намудрил. По идее, надо бы их всех валить. Вот видите, все. То есть я не могу. А меня просто с удара. Ты хоть помогал бы, крыса. Кстати, можно попробовать воду. Го, попробуем воду. Это, может, наше единственное спасение. О, кстати, а что если будет, если вот так вот сделаем? А вот теперь? Может быть, что-нибудь там сломается? А, им насрать вообще. Да. Так, короче, что-то эти крысы прям, они, кстати, они появляются, да? Но с другой стороны. Можно вот так попробовать, кстати говоря. Да.
Да ты почему два раза? Эта крыса аж два раза выстрелила. Блин, что-то не то, короче, с игрой. Они вот эти выстрелы, это просто руина, это вообще все, просто пипец. Ой. Вот это жопа, вот это жопа, 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 жопа. Чё делать, чё делать, чё делать? Ну чё делать, только стараться, чё делать. Да-да-да. Вот это вот не в счёт только, блин. Фу. Вот это, да, вот это пипец, вот это пипец. Да почти уже заколол. Надо, кстати, наверное, попробовать не отпрыгивать, а просто вот так рубить, потому что вот эти сюжетные, они вообще с удара умирают. Не, я тут ничего не могу сделать. Так. Пу-пу-пу-пу-пу. Вот это западня. Да иди в жопу. У меня тут какой-то реально пулемет, либо гранату, я хрен его знаю. Но это какой-то пипец. Ну это какой-то пипец. А что тут делать-то? Я что-то нифига не понимаю. Как тут выживать? Тебя просто пристреливают, как шелудивого пса, и все. Ну, давай так попробуем, я хрен его знаю. О! Да везет ведь, а! Вот два или три, или два раза они промахнулись. Блин, обалдеть! Вот это хардкор! Можно сейчас вот так вот что сделать? Ага, вот так. Только я был должен так сделать. Вот это жесть! Вот это просто охренеть. Может быть, наших пацанов позвать? Они, интересно, вообще... А, у нас только эти, да, два? Вот так вот могут? О! Сюда, пацаны, не уходим никуда. Ну, кстати, они рубятся вроде неплохо. Хорош! Вот так вот сейчас сделаем. Они хотя бы убегать не будут. Нормас. Так, так, так. Они там нарезали уже. Так, ну уже полегче стало. Уже полегче. Сейчас надо попробовать за нашими пацанами скрыться. За... Видите, со спинами наших пацанов. Может быть, он бессмертный? Они бессмертные, ребята, они бессмертные. Смотрите, у них хп не тратятся. Хорош! Сейчас выберемся. Вот это офигеть. Я не знаю, у всех так интересно? Сейчас, короче, сейчас мы вот так вот закроемся. Вот с этим будем воевать. Вот так. И сейчас наши пацаны должны закрывать нас. Отлично. Да, так вот болван один какой-то там. Да, не смотрите, они бессмертные. Офигеть, они хоть урон наносят вообще?
Ну они, кстати, более-менее, они на себя хотя бы переагрили. Нормас, то есть вот так вот надо сделать. Мы с этим лоботрясом сейчас переговорим. Вот с этим. Пацаны наш должны защищать, да. Да ты упал-то, кретин! Блин, у меня что-то жопа начинает гореть от этой игры. Это просто какая-то жесть. Я не знаю, это не хардкор, это какое-то издевательство уже. Просто тупо один раз пистолет выстрелит, ты вообще ничего не сможешь сделать. Самое поганое это вот это и есть. Что от тебя ничего не зависит. Так, тихо. Пацаны. Так, есть. Так, тут кто-то шпаги достает. О-хо-хо, пацаны, мы справились. Ни хрена себе вот эта битва. Вообще будут легенды слагать об этих двух бравых моряках. Просто охренеть. Я главное, чтобы сейчас не сломалось ничего, и чтобы они там свалили. Ни хрена себе. Вообще просто мою жопу спасли. Представляете, а без них, что бы надо делать было? Хоть меня сейчас выпустили. А, 100 раз. Наверное, надо, чтобы этот сдриснул, да, я так понимаю. Так, давай их тогда отпустим. Блин, офигеть. Нам не нужны проблемы в городе, мсье. Вау, добраться до корабля, там уж. Да. Вот мы добрались до корабля-то, болван. О боже. Я походу игру сломал. Блин, все-таки, видимо, так нельзя. Тогда надо одного оставить, нашего этого. Который с нами бегает. Наверное, его надо оставить. Это пипец. Да, походу все сломал. Сейчас еще раз, конечно, попробую. Блин, вот это дерьмово. Надо, короче, который убегает, оставить его тогда. Да, игра так сломана. Очень хреново, конечно. Так, тогда вот эту загрузим. Но возьмем одного. Вот который из них кто? Так, Тобиас. Тобиас это этот мужик и, наверное, он. Я не знаю, который с нами-то бегает. Давай сверню, попробуем сначала. С одними вернем. Посмотрим. Так, и верню сразу. Давай попробуем. Если этот час пропадет, то норм тогда. Все, и верню надо брать, короче. Так. О, хорош. Может быть, чай справимся. Да, я понял. Я вас понял. Кстати, знаете что? Бессмертный этот чертов. Давайте еще, знаете что, попробуем? Загрузить вот эти вот и попробовать в город зайти. Может быть, что-нибудь получится? Ага. Так, хорош. Теперь они у нас... А, они, эти пацаны-то с нами, да? Так, давайте-ка, знаете, как сделаем? А, в бою нельзя. Так, ну-ка. Пассажиры, то есть вот так вот. Может, побегут теперь? Блин, куда-то они все пошли, хрен знает куда. Этот с нами. О, во, ну-ка. Так, ну-ка давай. Может быть, ну давай туда, вон туда, мужик. Во. Хорош, если сейчас работает, вообще будет отлично. Блин, ну а что-то придумывать, это какой-то пипец. Нифига у них, кстати, корабль-то, да?
Это что такое? Это корвет, наверное, да? Или фрегат? Корвет, наверное. Блин, хоть бы сейчас работало. Да почему вот лодка-то, придурок, блин? Блин. А, короче, с Тобиасом. Нам не нужны проблемы в городе, мсье. Тобиас? Нам не нужны проблемы в городе, мсье. Так, давайте вы тогда поговорим. Да, я понимаю тебя. Давай поговорим с Тобиасом, может быть, надо затригерить как-то. Блин, офигеть. Спасительный наш. Ну, кстати, соверню тогда, придется провернуть, я так думаю, да? Давай попробуем поговорить. Я вас слушаю. А, так, только бы не подала шумиха, тогда у нас еще шанс уйти, тогда пойти потише. Да, все, видимо. Видимо, все, мы сломали игру. Тогда, кстати, главное, чтобы вот этот дрищ сел на лодку. Как он сядет, в принципе, и мы, наверное, можем сесть, я так думаю, да? То есть именно триггер на этом состоит. О, слушай, он туда вроде идет. Ой-ой-ой. Может быть, может быть. И этот Тобиас пропал. Давай налево, мужик, налево. А, хрен выстрел. Так, Тобиас пропал, слушайте. Или... Да, пропал. Ну-ка, может теперь? Да, блин, вот говно, а. Ладно, тут, получается, нам брать можно только Тобиаса. Этого нельзя. Дрища, потому что он триггерит. Ой, пипец, ладно, давай. Не Тобиаса, вернее, вот этого, Равеню. Давай, он бессмертный хотя бы. Будем сейчас сопротивляться, что делать. А, я понял. Я все понял, понял. Извините, я понял. Можно просто было бы какой-нибудь порошок, как ниндзя, под ноги кинуть, чтобы этот, знаете, скрыться. И все, и Тобиас там этот, и верню, всех перевалит, блин. Так, Тобиас. Ой, ой, и верню. Давай. Надо, короче, сейчас скрыться вот сюда вот. У нас из пистика не попали. Да, я понял. Всем насрать. А, всем насрать, черт возьми. Хорошо, хоть бессмертный этот. Давайте, единственный шанс попробовать действительно только с ним. Циверню с этим, да? Оу, тихо-тихо-тихо. Вот, Давай попробуем. А, я понял. Я думаю, что они бьют? А, я понял, это крыса. Блин, надо, короче, ниже спускаться. Я думаю, что такое, блин? У меня там в спину какие-то крошат какие-то мерзавцы. Блин, вот это жопа. Кто знал? Основная миссия. Основная миссия в игре. Пипец, это буквально самая первая. Неужели у всех такая хрень? Вот это жесть. Да, вот это. Вот это хрень. Ой, блин, пипец. Так. Давай, иди сюда. То есть вот так вот встанем. Этот сейчас должен там... О, нормально. Он там пропускает слишком много. Так. С двумя там они как-то перекрывали. А с одним-то хреновенько, я так посмотрю, да? Ой, блин. Ой, блин. Еще, кстати, не факт, что можно будет этот... справиться. Еще не факт, что можно будет справиться. Да, в жопу идите с этими пистолетами. Все хорошо, если бы не пистолеты. Тогда можно было бы драться. Большинство смертей идет, блин, как раз таки от пистолетов, что тебя просто застреливают, и ты ничего не сможешь сделать. Это какой-то пипец. Все, поздняк. Нет. На, новый сейв сделать, блин. Каждый раз этого лоботряса не добавлять. Так, ну все, давай. Так, есть. Пацан, о, может сохраниться. Так.
Так, все, мужик, короче, погнали. Хоть бы сейчас сработало это какой-то пипец. Вот он отвлек на себя, и норм. Это какая-то жесть. Блин, хоть бы можно было свалить, а пожалуйста. Зараза! А что делать? Блин, походу и этого нельзя, картина, с собой брать. Блин, вот это да, вот это да. Вот это да, дичь, я бы даже сказал. Так, а давайте... О! Давайте вот так сейчас сделаем. То есть мы сейчас попробуем его убрать, и тогда он типа должен этот... стригериться на них, да, или как? Все, он теперь не с нами. После боя, может быть, что-нибудь произойдет. Так, ну давай, беги. Блин, все. Вот. Зараза. Короче, придется своими силами как-то справляться. Вот это я понимаю серия. Обычно. Давайте, говорит, Оксбой пройдем. Типа, что тут проходить-то, пипец. Да, вот это да. Почему бы вот. Пипец. Блин, видать, все-таки, ребят, придется своими силами как-то сандалить. Так, у нас получается вот этот вот основной, да? Блин, нифига себе, вот это да. Кстати, знаете, можно как попробовать? Да-да-да, можно попробовать добежать с ними, да? А потом, как этот мужик пропадет, можно попробовать этот, фигануть. Так, это не то. Можно попробовать этот... короче, взять его в команду. По идее, сейчас надо было просто бы это туда, вон, на этот сесть и все. Давай посмотрим, этот пропадет или нет, дрищ. Ну, кстати говоря, если он вот так будет стоять... А, вот, смотри, все, он сел. Получается, слушайте, а может быть, если они сядут, то есть и убивать их не надо, нам надо просто продержаться, пока этот дрищ сядет, чуть может такое? Я хрен его знает, блин, нифига себе, вот это да, вот это дичь, как это вообще все? Блин, слушайте, может быть, реально надо ждать, пока эти сядут оба, как только сядут, так и мы можем свалить. Ну-ка давай попробуем. О, вот так вот, стой. Не, нифига. Кстати, отпрыжка это включает какой-то неуяз. То есть получается, мы не физически отпрыгиваем, а просто включаем какую-то неуязвимость. Фига себе. Короче, хрен узнать, что делать. Так, а если мы сейчас всех завалим и попробуем зайти, там опять появится надо, да? Попробуем его в команду взять. Давай, вали. По 5 урона наносит с ума сойти. Так. Так, вот у нас в команде он, да? Нифига не помогает.
Может быть, сейчас команде как-то подойти к краю, он там затригерится, что-нибудь сделает. Пожалуйста, игра, блин. Придется когда что-то обрезать, надо как-то искать выход. Это пипец какой-то. Здорово. Иди вон туда, вон, вставай. А, вот. Блин, вот это говно. Так, ладно, давайте я тогда, не знаю, на паузу поставлю, поищу решение какое-то. Это какой-то пипец. Вот, и пес его знает. Других идей нет пока. Пацаны, я нашел решение. Все наши проблемы теперь решены. Смотрите, короче, в режиме сложности аркадное фехтование, оно все, ну, все точно так же остается, но они не стреляют из пистолетов. Представляете? То есть, почему назвать не аркадное фехтование, а отключение пистолетов? Я вот это включил, и они перестают стрелять. Какой кайф, теперь будет все честно. Ребята, вот это огонь. Блин, вот это круть. Ну все, всем хана. Блин, вот эта тема. Вот эта тема. Теперь, по крайней мере, хотя бы честно, вот, вот эта драка. Тихо. На пол хп. Ну, смотрите, а? Обалденно. Обалденно ведь, согласитесь? Офигеть вообще. Короче, это аркадное фехтование. Блин, какой переводчик дебил написал аркадное фехтование. Я думал, что мы будем, типа, ударять с удара всех, знаете? А они просто перестают стрелять. Это абордажи теперь будут вообще кайф. Ну все, пацаны. И самое главное, у нас теперь все сработало, смотрите. Блин, вот это кайф. Блин, вот это вещь, вот это я понимаю. Блин, блин. Так, это что у нас получается? Корвет, да? Да, корвет, я уже наизусть знаю ее. 16-20. Ой, подожди, нам надо валить отсюда. Там целый флот еще. Пошел отсюда. Ну, второй-то корветик было бы неплохо, конечно, забрать себе. Воксбет, а там и первый, по-моему, плавал. Офигенно. Ну все, пацаны, теперь они из пистолетов не будут стрелять. Какой кайф. Обалдеть. Вот это кайф. Так, нам надо на Редмонд. Так, Редмонд, вон там. Так, надо сразу сохраниться. Блин. А, кстати, Battery Quest видали? Ой. Профессиональная деформация, Battery Quest. Бет, сейф. Так, заплатить. У нас там, кстати, с командой какая-то полная жуть. Что-то они там прям недовольны, прям пипец. Оксбей, маяк. Смотрите, все подсвечивало теперь, пипец. Задницу. Так, сейчас просто доплыби. И все, бы и наконец-то с основным квестом, блин, пипец. Фу! О! Здравствуйте. Здорово. Какие новости? Поздравляю вас, капитан. Честное слово, я все больше и больше радуюсь тому, что взял вас на службу. Благодарю, сэр. Тобиас уже доложил о ваших подвигах, а несколько раньше вернулся Эван Гловер, чрезвычайно довольный вашим совместным плаванием. Не помню я никаких подвигов. Ха-ха, пусть будет по-вашему. Вот ваше вознаграждение. Приведите себе в порядок судно, вскоре вам снова придется отправляться в плавание. Что на этот раз? Шторм Оксбея, вы присоединитесь к нашей эскадре, которая собирается освободить остров. Когда эскадра выходит в море? Я кого-нибудь пришлю, чтобы вам сообщили. Точное время отплытия еще неизвестно, так что у вас будет свободное время для улаживания каких-нибудь своих дел. Прям не могу, у меня радости полная, что ребята теперь в нас стрелять не будут. Это самая главная настройка, потому что ты против пистолета вообще ничего не можешь сделать. А где возможно будет найти? Ах да, наверняка в таверне. Ладно, пришлю посыльного в таверну. Хорошо, на этом я покину вашу резиденцию. Обалдеть, конечно. Ребята, вот это кайф, а. Так, надо почаще сохраняться, чтобы сейвы были нормальные. Так, у нас что там по уровню? Да, неплохо, кстати, навалили. Блин, вот это кайф, а, так классно. Блин, почему сразу нет этот самый, столько мук было. Ведь сколько мы там просирали из-за пистолета. Это же просто нереально. Так, сейчас нам тут должны встретить, по-моему. Или чего? Вот тут таверна, да? Это и две рожи, да. А, это не они.
Это с черным жучком. Отдай то, что принадлежит нам по праву. Пацаны... Или закончишь жизнь прямо на этих камнях. Вот с этими нельзя драться, потому что они бессмертные. Это вот как раз черный жемчужин и завязка идет. То есть вот это скелеты. Можно попробовать, но мне кажется, они... не этот самый. И, кстати, сундучок-то у нас, да? Приятель, а у тебя есть нечто, что принадлежит нам. Если ты отдашь сундучок добром, то мы не станем тебя убивать. Какой сундучок? Тот самый, что ты привез с Оксбэя. Давай его сюда, он наш. Проклятье, я вообще доставил его пункт назначения. А, нас вот за это посадят, да? Давайте попробуем чисто показать. Они, по-моему, они бессмертные. Я не люблю, когда мне угрожают, и сундук вы не получите. Будешь упорствовать, распрощаешься с жизнью. Не надейся, что солдаты успеют тебе помочь. Сейчас посмотрим. Вряд ли твоя сталь сможет нам навредить. Давай попробуем, смельчак. Ну, держитесь. Ага. Пацаны бессмертные. Пацаны вообще, ребята. А, ну-ка. Отдай то, что ну принадлежит что? Нам по праву. Убедился. Или закончишь жизнь прямо на этих камнях. Проклятый пират, реально. Ну что, убедился, что тебе с нами не справиться. Предлагаю последний раз отдай сундук, или мы убьем тебя. Нифига себе! Вот это поворот, давайте отдадим. Сейчас я приму за вас всерьез. Это невозможно, я не верю своим глазам. Я же говорил, что тебе нас не убить. Ладно, напьешься и все забудешь. Хватит болтовни, давай сундук. Забирайте, черт вас, раздери. Да, мы уже уходим. А на прощание я тебе скажу, тот, кто дал тебе этот сундучок, крупно тебя подставил. Мы ведь вполне могли выпустить тебе кишки. Так, мне сейчас хана, по-моему. Будет. Так. Или... Или нет? Кто-то должен подойти мне и сказать, что я вроде облажался. Ну ладно, пока сохранимся. Так, и давайте сразу, наверное, качнем левел. Блин, офигенно! Вот это круть! Так, у нас левел ведь, да? А, нет, это квест выполнился. Блин, я думал левел. Так, чё, нам на автоверну заходить, я так понимаю, да? Опять всё это сюжет. Ну, будет рожекань подходить ко мне? Вот, какие-то есть, смотри-ка. Вот какая-то женщина. А, это по сюжету, да? Так, давай еще раз. Сэр. За каждую кружку, которую вы разобьете, от чью-нибудь голову придется заплатить. А, я понял. Увы. Так, а ты кто? Ну что тебе еще? Привет, Натаниэль. Не ожидала встретить тебя здесь. Я удивлен твоему присутствию не меньше. Последнее время мы встречаемся с тобой с завидной регулярностью. Забавно, не правда ли? Ничего не вижу забавного, Натаниэль. Но смотрю, ты тут прохлаждаешься, языком треплешь. А у меня дела, так что иди поболтай с кем-нибудь другим. Ты как всегда в своем репертуаре. Ладно, не буду тебе мешать. Ага, вот и солдаты. В очередь за колбасой стоят. Так, ребята, хватайте этих подонков. Что происходит? Не твое дело, собака. И не смей припираться с офицером. Да как ты смеешь разговаривать с таким тоном, сухопутная крыса? Ой, нифига еще ударил меня, падла. В следующий раз будешь знать, как повышать на меня тон. А теперь брось оружие. Ну уж нет, так просто тебе это с рук не сойдет. Опять драки. Ну давайте хоть 10 пистолетов. Хорош. Хорош! Этого-то заколбасили. Внимательно тебя слушаю. Ральф убит! Кто-то за это ответит. Мне очень жаль, Ральф был... Ребята, оказывается, Ральф-то был хорошим человеком, мэн. Ну ладно. Оставь свое сочувствие при себе, Натаниэль. Я не нуждаюсь в твоих утешениях. Как пожелаешь, но ты не знаешь чего-то. Вдруг английские солдаты напали на нас. Что им было нужно? Я вроде не ссорился с англичанами, а ты... Это не твое дело, но как бы то ни было раньше, теперь я точно не стану проплывать мимо английского вымпела. А сейчас я выметаюсь из города, и тебе бы советовала сделать то же самое. Постой! Блин, Ральфа убили, пацаны! О, нифига. Вы арестованы, сэр. Прошу вас пройти с нами. Черт, четверо на одного? Ладно. Но я требую, чтобы о моем аресте доложили губернатору. Я работаю на него. Вы сейчас не в той ситуации, чтобы диктовать нам условия. Просто пройдите с нами. Дьявол! О, пацаны, вы тут. Я лучший канонир на всем архипелаге. Когда трезвый. Новый заключенный? А что тебе за радость с этого? Ну как же, новый заключенный, новые деньги, выделяемые на него губернатором, из которых и я урву свой кусок. А как же ты докатился до такой жизни? Заключенный хочет поговорить? Ну, давай поговорим. Скоро у тебя это желание пропадет. Будешь сидеть в своей койке, на своей койке и смотреть в потолок. Знаю я вас. Столько на вас на своем веку перевидал. Так ты не ответил на мой вопрос.
Это долгая история, да? Черт побери, время у тебя есть. Почему бы не рассказать? Ты прав, время у меня есть, так что начинай свою историю. Ты не перебивай, а то я тебе так перебью. Остаток жизни на костылях ползать будешь. Ты поосторожнее со словами. Я хоть и сижу в этой камере, но тем не менее являюсь капитаном и не собираюсь выслушивать оскорбления жалкого тюремщика. Это я-то жалкий тюремщик? Да я был когда-то лучшим канониром на этом проклятом архипелаге. Можно... А, так можно подумать, что я тебе поверил. Кто же спишет хорошего канонира на берег? Да я тоже не верил, что со мной такое приключится. И все, Ром, проклятый, виноват. Выгнали в зашей, даже не заплатив за последние полгода работы. Чем там помочь-то, болван? Помоги мне выбраться отсюда, и я возьму тебя канониром к себе на судно. В море я запрещу тебе пить, а но на берегу нализывайся хоть до полусмерти. Не, так не пойдет. Вот еще рисковать своей шеей. Сиди-ка ты тут, приятель, а я пойду по своим делам. Постой! Постой, муж сохранится мужем. Так, я так понимаю, у нас... Ой, что-то... А время прошло, я так понимаю, да? Вот это прикол. Так, ну что, ладно, давайте, наверное, тогда на этом закончим. Пока к нам там никто не приперся, вот. И в следующей серии уже тогда посмотрим, что там да как. Вот, и я боюсь, что тут опять разговоров на 2 миллиарда лет, поэтому... все. На этом все тогда. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребяшки. И увидимся уже в следующей серии. Всем доброго. Мой дрожайший капитан. Придурок, здорово.